Правоохранители задержали автора призывов к насилию над милиционерами. Подозреваемый, по мнению следствия, причастен к разжиганию вражды в сети интернет. В конце декабря прошлого года мужчина разместил в деструктивном телеграм-канале несколько постов, призывающих к насилию над милиционерами и членами их семей. Публиковали ли вы там сообщения с призывами к применению насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел? Да, 27 декабря 2020 года я публиковал подобное сообщение в отношении сотрудника органов внутренних дел. В какой группе? Группа Гомель-Советский, 97. Сегодня действиям гомельчанина дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за разжигание расовой, национальной либо иной социальной вражды или розни. На высказывание обратили внимание сотрудники 8-го управления ГУБОП ИК МВД. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.